Маленький видеообзор. А по мне так нормальный климат. Я сюда еще вернусь. К Сашке или просто. Вон там вдалеке музей. Всего чего есть. Площадка. Еще тут есть музей русских суеверий. То, что делала, да, Дианка Чужая, не в сравнении. Камушек. Змей Горыныч. Люди пришли. Какое-то красное здание неведомое. Синие домики. Это вот как раз сам музей, в котором нельзя снимать. Ну, точнее, можно, но за денежку. Но мне кажется, лучше один раз увидеть самому, чем снимать фотки. Ну и, наверное, на этом пока все. До новых встреч!